Добрый вечер, уважаемые друзья, дорогие зрители. Столько мы говорили, что в Тбилиси летняя погода, что апрель сошел с ума, называется, перехвалили. И вот у нас сейчас неприятный ветер, температура всего лишь плюс 11 градусов. Даже неприятно выходить на улицу, пока дошел от здания до машины. Вся эта пыль засыпалась в глаза, все горит. В общем, перехвалили мы апрель. Ну, в Тбилиси, вот сейчас вот я встретил знакомого, смотрел новости. Тоже где-то крыша слетела, что-то произошло. Из-за этого ветра в горе тоже ветер сорвал крышу с многоэтажки. Там, в общем, это снимают все на телефон, выкладывают в ТикТок, сами шутят, сами переживают, сами остались без крыши. В общем, крыша у всех и у всего уже поехала. То же самое и в Аджаре происходит, в Батуми, в Кабулете. Минувшей ночью вообще там катастрофа происходила в Батуми, потому что повалило там деревья. Естественно, там были припаркованы автомобили. Эти автомобили прижало, поджало, они покорежены. Всю ночь работала батумская мэрия. И как-то они пытались все это локализовать и бороться с этой непогодой. И плюс еще был шторм на море, который там размыл всю береговую линию. И вот сегодня с утра мэрия Батуми занималась восстановлением этой береговой линии. Там всегда эта проблема, когда идет дождь, начинается шторм, штормит море, и берег все время там размывает. А вместе с берегом, естественно, там повреждается и этот прекрасный Батумский бульвар. Ну, в общем, вот никак не может зима уступить место теплу, настоящей весне. Ну, хотя такое периодически бывает. Я помню, даже вот один раз уже было 29 апреля. Тепло, все уже были одеты тоненько. И вдруг, значит, понеслось. Помню я 17 апреля снег в Тбилиси. Это был вечер. Мы были на каком-то мероприятии. По-моему, был спектакль какой-то. И вот выходим, и белым-бело. Ну, правда, тогда у этого снега тоже сил уже не было таких особых. Но ну, через какое-то время он растаял. Что-то здесь происходит. Какая-то акция непонятная. Что-то происходит. А, вот с флагами Украины, ребята, с плакатами. Движение пока что не перекрыто. Ну, сейчас во всех вариантах час пик. Вот мы выехали через Площадь Свободы на проспект Руставели. Вот около бывшего универмага, галерея Тбилиси, всегда тоже многолюдно. Вот в этот универмаг нужно будет зайти один раз вместе с вами там по нему погулять. Вдоль витрин, потому что, вот как я заметил, наших зрителей очень интересуют вот такие небольшие экскурсы по торговым объектам тоже. Там по супермаркетам, по магазинам, где что и почем, конечно же, всегда интересно сравнить цены, посмотреть, как у нас, как у вас, где больше, где дешевле, где что есть. Всегда это очень интересно, вот когда вот мы тоже до пандемии ездили в соседние страны, всегда тоже заходили в магазины, в торговые центры и смотрели, что у кого есть. Но в основном сейчас уже вот все эти бренды у всех были одинаковые, ну и цены тоже не очень отличались, хотя можно было найти на что-то интересное. И всегда, когда ты куда-то едешь, конечно же, интересно не эти международные бренды, а вот то, что именно производится вот на месте. Вот, скажем, там армянская продукция, белорусская продукция, российская продукция, что производят в Азербайджане. Вот всегда это интересно. В Турцию, когда переезжаешь, там тоже их очень интересные есть. И сладости, и всякие приправы, и орешки. Ну, в общем, кто кому что нравится, кто на что гораст.
Вот такая вот у нас обстановка, дорогие друзья. В Тбилиси уже вечереет. Всем хорошего, доброго вечера и до встречи.